Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Leica Deluxe 7. И сейчас мы разберемся, как приближать и отдалять объекты во время съемки. Что ж, для этого мы можем использовать либо кнопки, которые есть у нас на самой камере. То есть здесь вот этот рычажочек, мы его можем поворачивать либо в сторону W, либо в сторону T. Таким образом будет приближаться и отдаляться. Посмотрим. Сейчас в сторону W. То есть таким образом мы отдаляемся. И в сторону T приближаемся. Также мы можем использовать это все дело на экране. Вот здесь есть стрелочка, мы на нее нажимаем. Потом нажимаем T and W. И потом смотрим, либо чуть-чуть, либо либо быстро приближаем, либо точно так же отдаляем. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!